Привет всем, друзья, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Чегель Аут, а это реакция на вторую серию Мандалорца, второй сезон. Продолжаем смотреть, в принципе, первая серия была неплохая, но она, конечно, напоминала первый сезон. У нас появился новый персонаж, точнее, по-моему, он уже был, и как-то вроде, ну, тот стрелок таинственный, из первого сезона. Я постепенно просто что-то там вспоминал. И кто-то подсказывал, помогал, писал спасибо за комментарии. Короче, что нас ждет? Опять какая-то новая история. То есть основной сюжет — это то, что ему надо доставить малыша к его сородичам и так далее. Но постепенно, я так понял, у нас опять будет во втором сезоне каждый раз какая-то новая история. Короче, не очень мне это нравится, эта тема, но, в принципе, закрывая на это глаза, но давайте смотреть. Так как YouTube блокирует... Так как YouTube блокирует видосы, реакции, я буду по чуть-чуть вставлять кадры из сериала. Смотрю в переводе Кироп ТВ, потому что мне нравится, как тут озвучивают Мандалорца. Если есть тоже какая-то клевая озвучка с эффектом его голоса, то напишите. Вполне заслуженно. Видели, наверное, прикол, то, что Педро Паскаль госпитализирован в тяжелом состоянии, потому что тащит на себе всю вселенную Звездных войн. Я два раза купился на это, думал, а, что случилось, а потом вспоминал, а я же видел уже этот прикол, очень смешной. Чуваку нравится стопудово. Так, что-то ловушка, походу, да, мутит? Ну вот, кстати, клево продолжение, видимо, прошлой серии. То есть он день целый едет. Блин, как они угадывают, а? Откуда он поедет? Ага. Не будем доказывать. О, прикольно вообще. Блин, малявка сейчас всех вас раскидает, черти, уроды. Ему даже оружие тяжело нести. Трус. Стой. Не трогай его. В этих обломках много ценного. Выбирай. Ого. Вот. Он твой. Не, забирай. Малыш. Тащит на себе всю вселенную Звездных войн. Класс. И переходы тут классные. Они везде классные, конечно. Все понял, я да. Похоже, кто-то уйдет с пустыми руками. Нашел наконец мандалорца и прикончил его. Он оказался не мандалорцем. Но я выменял у него броню. И во что она обошлась? Убил для него край дракона. О, всего-то. Он был моей последней зацепкой в поисках других мандалорцев. Доктор Мандибула говорит, что может свести тебя кое с кем, если покроешь в этом раунде его ставку. Его слова. И какова ставка? 500. Вскрываемся. Ха! Расклад, идиота! Раскошеливайся, членистоногий! Ты же сказала, у него полоса везения. Ой, да хорош ныть, заржавеешь. Блин, какой милый, а. Чумасати. Говорит, что ее муж их видел. Чё? Чё-то понравились малышу-то. Так.
Ты где? Нет, нет, нет. Это не еда. Больше так не делай. Пора спать. Блин, ну спрячься сразу, чё уж. Прием. Громко лезвие, как слышите? Вау. Это кромка лезвия. Какие-то проблемы? Мы заметили, что у вас отключен транспондер. Аж мурашки. Да, это доимперский корабль. Я не обязан включать маяк. Да прибудет с вами сила. И с вами. Отправьте нам проверочный сигнал. Мы тут ищем остатки имперцев. Я дам вам знать, если что-нибудь увижу. Карсон, можешь переключиться на второй канал? Сейчас. Что-то нечисто. Так, детей там, мне кажется, уже слопали. Находился ли ваш корабль вблизи исправительного транспорта Новой Республики Ботан-5? Блин. И куда он собрался в этой штуковине? Она развалится в атмосфере. Блин, нашли минус газа. Он пропал из виду. Должен быть где-то здесь. Разделимся, ты на север. Красава, как будто бывал там вообще. Ты... Да. Где же ты? А он лопает яйца. Я ищу их. Нет. Я же велел тебе так не делать. Проснись, Мандалорец. Это не может ждать до утра. Не пугайся. Я обошла протоколы защиты дроида и получила доступ к его речевому модулю. Прикол. Какого черта ты делаешь? Куда она пошла? Чего не сидится? Фиг пойми. Сейчас разбудит кого-то. Упс. Фух, кошмар, не люблю бугов. Блин, вот, ну надо было ей уйти, а. Все, оставайся там. О нет, 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 нет. Живи. Живи на корабль. Ну, малыш, а. Передёргивается, его кошмар. Кстати, давно пора было. Так, смотреть не могу. И чё, и чё, как? Ааа!
Shit, fuck. А он починил в итоге, да, его? Короче, без детей, ну как-то надо охренеть. Ну только те, что ли? Красавцы. Вы подвергли свою жизнь опасности, защищая лейтенанта Давана из исправительного корпуса Новой Республики. Я арестован. Технически должны быть. Но времена нынче трудные. Фух, ладно, хоть они его нашли. Ну, пауки все пропали. Как будто больше нету. Ну, блин, пауки, это, конечно, вообще жесть. Ужас, кошмар. Я не знаю, как я буду монтировать вот так вот. Ремонт закончен. Непробиваемый корабль вообще. То есть пробиваемый, но до сих пор на ходу. Разбуди, если по нам будут палить. Вкусняшки. Тащить, видимо, хитрый, блин, а? Блин, жаль, что так быстро кончилось. Эта серия меньше, конечно, идет 40. Круто, вот смотришь концепт-арты и думаешь, блин, вот ну реально же практически все так же и снято. Очень круто. Это как Хан Соло играла, считай. Прикольно была отсылочка. Не все, наверное, отсылки я заметил. Так, ну что, друзья. Неплохая вторая серия. Мне очень понравилось. Понравилось даже больше, чем первая, скорее всего. Она, конечно, идет всего 40 минут. Что мне понравилось? Мне очень понравилась сцена типа а-ля Хан Соло. Играют они там, значит, с тараканом, когда... Мне понравилось появление X-вингов, я был очень рад. И вообще, второму появлению их, когда они избавились от пауков, вообще супер. Пауки, это прям, о май гаш, вообще, я прям говорю, у меня аж мурашки. Это очень-очень-очень для меня противно. Ну, некоторые мои подписчики знают, что я особо не люблю пауков. Особенно это было видно по реакции на клип Мияги. Вот, так. Малыш вообще, конечно, и малыш косячник лопает детенышей, и эта мать, блин, пошла гореться, там ей холодно, видите ли, стало. Жесть. Но, в принципе, короче, в общем и целом, мне очень понравилась серия, понравилась больше, чем первая. Собственно, все, я здесь, наверное, сказал. Возможно, я не увидел каких-то отсылок, опять же. И, может, даже я не знаю, как там эти пауки, может, кто-то знает, как эти пауки. Фу, ужас, не могу даже смотреть на них. Очень крутой был, крутая тема была с тем, то, что она заговорила через того, и почему она, ну, дальше не говорила так же. Ну, типа, могли бы перетащить эти останки к себе там в комнатушку, и так бы болтали. Вот. Классная сцена погони. Особенно, как он провалился, вот когда он падал, типа, вниз. И вообще, он... Такое чувство было, как будто он уже там летал и знал, как, что и где спрятаться от них. Вот, ну ладно, докапываться я, в принципе, не буду.
Хотя я немного докапывался, пока смотрел. Но на этом все, наверное, пожалуй. Как вам серия? Пишите в комментариях. Как вам реакция? Тоже пишите в комментариях. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out.